Здравствуйте, мы едем с вами в Лагерун. Сейчас будем проезжать лес эльфов. Задание у нас было на то, чтобы мы встретились с нашим Державом моря. С ней. Встретились с нашим начальством в лагере Рун, но почему-то задание отменили буквально мгновенно спустя день, хотя на выполнение давалось еще 4 дня. Я не понял почему, но будет так. Тролль Мори ушел. Черт с ним, он нам все равно не нужен. Справимся и без него. Мне все же интересно, почему отменили задание. Но при этом объяснений каких-то не было. Просто задание отменили и все. Ладно, сейчас мы доедем до лагеря Руны, после этого уже будем решать, что делать. О-о-о-о-о-о. Так-так-так-так-так. F12, сохранимся. И пойдем атаковать. Тут явно битва нифиговая. Ну, пускай наши воюют. А мы постоим, посмотрим. Ладно, поедем, посмотрим. Вот они уже устроили драку. Доехали. И дерутся. Сейчас попробуем это копье, чтобы знать, кого бить. Так, пора уходить. Не успел. Зря я залез в самую гущу сражения. Так. Атаковать. Владыки сумели сбежать. Дейл, гном дозорный, лучник. Ай, давайте кого можем, того и возьмем. И гнома возьмем. Чисто потому, что мы можем взять гнома. Вот и лагерь. В лагере сейчас поговорим с нашими хозяевами. Как ни печально. Добрый день. И тут никого. Ладно. Кузница полевая, это хорошо. Это мы продадим. Надо пополнить запасы. Так, шлемы хорошо, но дорого. Все хорошо, но дорого. Хорошо. Склад. Берем говядину. Так. В казармы. Давайте залезем, потому что нужно продать пленных. Продадим пленных и будем дальше уже. Продать, продать, продать.
дешевый гном получился. Не туда. Кузница. Двуручные. Продадим. И вот так. Можно было бы взять еще шлем, но уже слишком дорого, просто нет столько денежек. Так, теперь давайте переждем один день. У нас должен вылечиться раненый. Да и я, честно говоря, разваливаюсь на запчасти. Так. Что хотелось бы... Обучение. Хорошо, но не то. Содержание пленных. Давайте все же возьмем обучение. И готово. Хорошо, по заданиям у нас. Давайте поедем, сдадим последнее задание. Так, сохранимся. Прекрасно. Взяли задание. Так, дозорный отряд. Рунный быстрый всадник нужен. Черт его знает, сможем ли мы его взять в казармах. Легкий всадник. Рунный дикарь. Слепый орк из Ангарда. Так, плохо, 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 плохо. Так. Что за лошадки? 35. Ого. Неплохо, но дорого. Так.
Ну, давайте. Вот так вот. Знаю, что это нечестно, что мы просто выманили сейчас 93 противника из замка, но что делать? Хочешь жить, умей вертеться. Он наш противник. А, ничего, там мы себя оторвались немножко. Что мы не с той стороны подъехали, надо как-то держаться ближе к своим. А то меня сейчас побьют толпой просто и даже не заметят. Ну и где они? А, понятно, мы их просто объехали. Так, это наши? Это не наши. А, заколотили меня. Я опять влез. Давайте возьмем по максимуму этих ребят и сдадим их к чертям. Как удобно. Далеко ехать не надо. Так, несколько пленных. Продать, продать, продать. И я бы хотел нанять пару воинов. А именно всадников. Готово. Прощай. Прощай. Так, отряд. Всадник белой длани. Сохранимся. Так, и нам нужно ехать по заданию. Лагерь лесных эльфов. Где у нас лагерь лесных эльфов? Западный лагерь лесных эльфов. Тамборка. Вот, лагерь лесных эльфов. Сейчас весело проедемся к ним. Слишком маленький отряд нападать на таких.
Едет. Бежит, точнее. О, где все? Я что, должен это вот в одиночку против этих тварей сражаться? Серьезно? Как? Как они умудрились все сдохнуть? Ну вас к черту. Ты это вот не пойдешь, не проконтролируешь. Ай, кошмар какой-то. Хорошо. В следующей серии мы уже будем разбираться с лагерем. Да вы издеваетесь. Хорошо, уже в следующей серии поедем к лагерю. Всем спасибо за просмотры.